Дети, я предлагаю вам съездить со мной на пикник в честь праздника Хэллоуин. Мы возьмем с собой светильники из тыквы и зажжем их. Будем жарить маршмеллоу на костре и рассказывать друг другу страшные истории. Ну как вам, идейка? Ура! Ну вот мы и на месте. Первым делом нужно разжечь костер. А также расставить и зажечь светильники повсюду. Готово. Теперь доставайте маршмеллоу, и я расскажу вам страшную историю. А кто брал маршмеллоу? Я не брал. Я не брала. Ну вот, приехали. Получается, мы забыли самое главное – еду. Виноват во всем организатор. Ладно, детишки, не будем друг друга обвинять. Я уже придумал, как мы выкрутимся из этой ситуации. Мы насобираем грибов, насадим их на палочки и будем жарить на костре, так же, как и маршмеллоу. Вот, мы насобирали только таких грибов, другие тут не растут. Вот и отлично. Посмотрите, какие они красивые. Выглядят очень празднично. Вам виднее, вы учитель. Ну что, настало время страшных хэллоуинских историй. Слушайте. История эта про ведьму, которая воровала маленьких непослушных детей. А грибочки-то вкусные. Естественно, они ведь красивые, значит и вкусные. Это же как дважды два. Только не перебивайте. Слушайте дальше. Ведьма эта жила в избушке на курьих ножках. Так может это была Баба-Яга? Ведьма! Чего вы так кричите? Я просто спросил. Может это Баба-Яга, раз в избушке на курьих ножках? Ведьма! Настоящая ведьма! Ну что, попались, голубчики? Ну сейчас я вас... Что такое? Не могу к вам подлететь. Она пока нас не может тронуть. Нас защищают светильники Джека. Ну, погодите. Сейчас я позову лесную нечисть на подмогу. И вам никакие светильники не помогут. Нам нужно скорее уезжать отсюда. Смотрите, кто это там? Леший? Колдун? Вампир? Вы что? Какой я вам леший? Я грибник. Дяденька Грибник, скорее зайдите в круг светильников. Сейчас сюда лесная нечисть явится. Ах, вот оно что. Да вы мухоморов объелись. Скорее примите вот это противоядие, иначе худо вам будет. Получается, мы ели ядовитые грибы? Да, и у вас начались галлюцинации. Значит, никакой ведьмы не было? Не было и быть не могло. Ведьм, леших и другой нечисти не бывает. А вот ядовитые грибы бывают, и их много. Вам еще повезло, что вы немного съели, ведь вы могли и умереть. Поэтому в следующий раз, когда будете собирать грибы, сначала поинтересуйтесь, какие съедобные, а какие нет. И даже если вы собрали все правильно, не ешьте их, пока не посоветуетесь с опытным грибником. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.